Добрый день, дамы и господа. Прошу подписаться на моего друга. Мы решили совместить и снять такую небольшую коллаборацию. То есть вместе поехать на рыбалку и отснять кое-какой материал. Так как я давно хотел половить карася, да в принципе он тоже горел этим. И вот решили поехать на такой пруд под названием Камышбаш. Отдохнуть, поговорить вообще о перспективах совместных каких-то вылазок и съемок рыбалок. Ну и в принципе давайте посмотрим, как мы хорошо отдохнули и неплохо поймали рыбу. А смотри, сначала надо корм или потом? Ага. Ты по сколько червей? Один был. Нормально, да? Да. Что-то я, короче, на днях смотрел фидерную ловлю. Когда двоих, говорит, насаживаете, одного типа за жопку надо, другого за голову. Ну, это... Чтоб они что-то там не закрутились при этом. Да не, я думаю, особо разницы. Так, ориентир у меня будет. А вон там машина. Не зацепиться. Хорош. Катушка конченая вот сюда вот мотает, беспонтовая. Его, получается, закармливать не надо, да? Надо прикармливать. Ну, прям отдельно сразу начнем. Да. Да? Да. Это аж палка упала. Ну. Нифига себе, ребят, видели? Нет, интересно. Засняло, нет? Я не снимал. Не, я сейчас уберу эту фигню. Тут на спинник можно смотреть и все. Офигеть. Палка просто упала. Да. И на червя, да, или на что? Я что-то не понял. Не вижу. У меня один червяк, и я опарыш тут. Ну, это пипец был. Ну, сам офигел. Я, по-моему, не знаю, задел ногой, блин. Брык. У меня друг так нахло сбросил. Он перешел на фидер, все ему понравилось, короче. Да, она... Мне тоже она вот прям это... Я раньше махал, говорю, да? Постоянно. На удочку, получается? Да, на удочку. Сейчас на спиннинг съездишь пару раз, понравится ловить. И... Нет, оно мне нравится тоже. И фидер забудешь. Да, это же такая рыбалка. Мы поняли, какой тут карась. Наглый, ему не надо. Так. Ну, нормально. Опа, вон дергает, видишь? Ага. Вон, вон. Ага. Смотри. Оп-оп. Оп-оп. Вот сики-сики. Да? Ну, наверное, уже. Видишь? Непонятно? Непонятно. Может, надо было подождать? Ладно, сейчас это. Ну, да. Присмотримся. Нет, сидит. Есть, да? Да. А вон пятачок какой. Первый каратик. Красава. Молодец, молодец. Дай 5. Что, такого будем? Или маленький? Да я думаю, отпускать, наверное. Короче, на червя он берет. На червя? Угу. Чистый червь, да? Да. И он хочет зарыбить его. Он, ну, Маньков заказал, если что, говорит, это... Привезет. А, я же товарищ тоже обещал, Славке, ой, Славке, это, Пашке, блин. Мне тоже, говорит, я, говорит, там около дома спутники озера,
Я туда рыбу пускаю. Я говорю, вот если будет у меня мелкий карась, я тебе привезу, выпустишь. Да. У меня, кстати, вот эта сумка, это же кан. Если его, ну, все вытащить оттуда. Я сам не ловил, а вот этот я в сетях находил. На грамм 800 такие. Когда блеснел? Да. Люди сети ставят там такие караси, блин, на белые, на речке. Ну да, да, да. У меня товарищ в Зилаире, он, получается, ловил на фидер. Но у них такие там караси 800 грамм, кило 100. Угу. На спиннинг перешел, потому что, говорит, просто надоело. Одно и то же. Нарыбачился, да? Да, ну а что одна и та же, говорит, рыбалка, этот карась достал. Я говорю, там у них хороший карась. Конкретный. Ой. Перезакинуть? Да. Дёргал, и кто-то, может быть, даже и есть, по ощущениям. Что-то у меня вообще провисло сильно. Ты слишком высоко поднимаешь вертикально-то. Ага, надо, короче, вот так, да? Ну, чуть горизонтальнее, да. Ага. Но у меня что-то есть там в воде. Да-да-да, есть, ребятки. Ага, карась. Небольшая. Я думаю, что там подергивает-то? Опарыш? Чистый опарыш, да? Вот я тоже на второй опарыш насадил, чтоб это... И крючок не маленький. Да он, если надо, засосет все, все что надо. Вот это профессионал, у тебя прям это... А не захавывай. А, у тебя здесь тоже опарыш был, нет? Здесь червяком был. А-а-а. Хорошенький. Нет, что ли? Есть. Может, слетел? Здесь есть. Вон. А-а-а. Нормальный, да. Вот такой. О, он и тяжелее. Еще четкий. Намного поинтереснее, да? Давай. Что-то было. Килограммовый. Я переключался. Нет, это такое. Сидит, сидит. Да, я знаю. Я не чувствую. На опарыш, что? Да. Ну, опять не круто. Начало и. Как начал, так и перестал, да? Да. Дернул, короче. Ух ты! Есть. Карасямба. Нормально. Пруд запустил. Я говорю, последний раз я карасей ловил на удочку. На фидер вообще не ловил сегодня. Сегодня распечатал я. И у тебя, видишь, как. Да, ты видел, он карась мёртв. Не, а. Он какой-то больной, нет? Не знаю, что он там плавает. Слушай, может просто ВД на крючок побрызгать? А что, как вариант, попробовать, да? Ну. ВД-шечка.
Вот, это вообще здесь бросаешь, да? Да, я не кидаю туда далеко. У тебя все равно, вот у тебя издали крупнее карась. У меня пока не было крупного. Надо тоже посмотреть, как будто съели бы. И через меня сейчас. А у меня сидит, прикинь, а я и не знал. Пипец. Дергал, дергал и сел. Вот червяка он сразу ест. Вот крючок подобрал и все. Пошло дело, да? Ну. Дамчик у меня вот такой. Да. Возле берега берет у меня. Червя закинул сразу. Есть, есть, сидит. Только забросил. О, поинтереснее чуть. Вроде. Или мне кажется. Ну ладно, самое главное, что клюет. Скучать не дает. Вообще, да. Мне нравится такая рыбалка. Пока на спиннинг запрет. Хоть карась душевная рыба. Там поклевка такая. Бодрая. Там? Вон о том, но. Вон он сидит же. Ну да, я вижу. Просто там. Все стандартные, да? Ну, плюс-минус. Да, ну не повадка. Есть. Вот пошло дело. О! Хорошенький, вкусняшный по-любому, на сковородочке его, и сегодня вечером. Вот, червяк целый, даже менять не буду, даже шевелится еще. Вот червяк маленький, крючок и вообще тема. Разгадал я. Подобрал ключик. Пипец. Только забросил сразу дрык-дрык-дрык и чё, и съел все-таки. Блин. Такая поклевка была, я думал спиннинг пронет. Сейчас еще вот проэкспериментирую на керосин. Радиоактивный карась. Вон, смотри, что, вон, смотри, смотри. Утягивает уже. Ага, да, есть. Просто услышал слово керосин и начал клевать. Да. По ощущениям кого-то поинтереснее. Да, хорошенький. Вот это уже как более-менее такой, да? Ну. Близкий. Смотри, что у него с глазом, не ты вырвал? Нет, до этого кто-то. Да. Смотри-ка, одноглазый. Офигеть. Пипец утягивает, я только закинул. Есть. Это рыбалка, мне нравится такая. Смотри, такой. Нет, чуть меньше. Ну, примерно чуть-чуть, да. Наполовину червяка, 1/3 я на 3 поделил. Червяка забросил кусочек и клюет. Даже вот менять не буду.
Я про керосин тоже читал. Я в детстве вообще кучу книг перечитал про рыбалку. У меня их дома несколько. Я их все от корки до корки. И про карася, и про всех рыб. Нет, там... Ну, там, наверное, как делают обычно у нас. Своего ничего не придумают, все с Сабанеева копировали. Наверное, с вот эти все статьи. Там что-то свое добавляли, и все. А продажа книг — это бизнес. Че он? Они все примерно одинаковые, понял, были? Да, да. Об одном и том же. Да, да. Да. Картинки те же самые. Просто вот... Очередной способ заработка, и все как бы. Нет, я не спорю, там много полезной информации. То есть это сейчас как вот на Ютубе делают, чужой контент берут и набирают просмотры и подписчиков. Вот то же самое с книгами. Оп, тут даже крипсоваться не надо, просто возле берега. Оп, все. Подожди, давай тогда это, я... Ох ты, у меня сидит, оказывается, прикинь. Я думаю, что он дергает и дергает. Сейчас это... Наверх? А? Кормушку? Нет, нет, я тебя сейчас сниму красиво, сейчас. Да-да, он пришел на прикормку и... Ну вот у тебя чуть крупнее там берут, видишь, ну, подальше. Да, подальше. Да, у меня чуть такие. Поболее. Короче, червяк полудохлый, там уже все. Оп. Прикол вспомнил, блин. Анекдот. Когда червяк орет там, хозяин спасает, знаешь такой, нет? Мужик закидывает, поплавок сразу дергается, бля. Короче, что только не делал, вот только забросит, у него дергает, на. Блядь, решил, короче, это, под воду заглянуть. Червяк висит, рыба подплывает, блядь, и он, блядь, дергает такой, блядь. Хозяин, спасай, блядь. Вот как у меня сейчас получилось. Только есть рыба. Нормально. Да, но... Можно поклевывать, чел. Пусть они крупные, ребят, но поклевывают. Вообще это... Да, мне нравится такая рыбалка. Даже ветер не помеха. У нас тут деревья вообще... Кайфули, место хорошее выбрали. Место удачно, да. Закрывает вокруг деревья. Но... Иначе бы сейчас сидели на той стороне. Там бы вообще мы замерзли. Продуло бы нас. Опа. Все, надо керосин брызгать. Вот это вот. На кормушке керосин был. Ты всех переманил. Карасиная раздача началась. Жирный. С керосином? Вот это нет. Без. Ух ты! Прям нормальненький такой. Я вот бугранул его. Загла. А, я с тобой, я думаю, что это такое? А-а-а. Это... За глаз, да, ты его? Да. Я говорю, бугранул. Да, да. Он, наверное, рядом был просто, ты его зацепил. Начал, и он задел. Да, да, да. Огромный сазан.
сторону ушел. Надеюсь, батарея не сядет, показывает ноль, короче. Надо новую ставить. О. Да-да-да. Нифига себе там. Карасямба. Блин, хороший, да. Смотри, какой так, карасямба. Так, грамм 300 такой. Ну какой-то он, хорош. Не знаю, с электроудочкой ходит здесь. Да? Какой-то он кривой, да. Кривой весь. Ну уже хороший, такой. Ну. Прям. Да, но он кривой, да, его походу это. Электроудочкой? Да, да, да. Мы этих на Белом озере таких этих ловили, судаков. А, молодец. Грамм 300, да. Такой прям. Да. Да, да, сидит. Либо слетел, потому что дернул прям сейчас сильно. Да, сошел. Он дернул прям это, я тыш в сторону. Почувствовал, да? Да. Ну он такой, не мелочь, короче. Вот он издалека только крупных ловит, вот таких. Ох, ребят. Просто вот ладонь. Его даже взять не могу. Во, огромный какой. Время, наверное, ближе к 4. К нам рыболов подъезжал. Ну, такой бывалый. Тоже с нашего города. Говорит, опарыш и червяк хорошо работают. В тандеме. Такой бутерброд. Уже двоих подряд вытащил я. А то плохо что-то клевал на опарыш. Добавил червя и пипец прям. Только ставишь, он сразу дынг-дынг. Крючок, по-моему, самый маленький стоит, заглотыш. Ну, мне так удобнее, нравится. О, вот, видели? Сразу я. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Офигеть. Я не дал заживать. Вот он какой. Красавец. Хороший. Жесткие поклевки тут, а. Ага. О, я твой фидер кончик шатал. Вот же он. Пипец, как дернул. Он кончик шатает прям жестко. Ух ты, ух ты. Вот к вечеру, да? Активизировался. Курась.
Хороший. Карась чуть это, спиннинг не утащил. Ну, фидер. Прям пипец. Какой-то бойкий, видимо. Ну, охреневший самый. Спортивный. Блатной, наверное. Да нет, ну он так-то нормальный. Нормально, но... Что-то он как-то клюнул вообще прям как дурак. Да. Вот, к вечеру-то начинает, да, расклевываться? Да. Днем, если не так активно брал. Да днем, да, и хищник плохо берет вообще. Вся рыба плохо берет днем. Отдыхает. Но. Тихий час. Это люди только дураки работают днем. Есть? Да. Да. Хорошенький. Нормальный. Уже такой. Прям. Трам-пам-пам. Есть? Да. Я уж все научился, но. Надо только этот фидер у друга отживать. Я тебя не отдам. На блесну поменять. Ну и качу какую-нибудь там. Да. Все, короче, мы домой. Ух ты, сидит. Надо же, напоследок. Сейчас покажу оснастку просто, чтобы если вы сюда соберетесь. А нет, слетел. Дрыг-дрыг, дрыгался и слетел. Груз 25 грамм вот такой. А можно чуть тяжелее, там 30. И поводочек у меня 0,16, можно тоньше. 0,1 там. И все. Крючок я самый маленький поставил. То, что у меня было, там из дома что-то взял, короче. Вот. И в итоге в конце поставил заглоты, чтобы меньше было сходов. Товарищ вчера угостил мне палочкой, ну, порыбачить. 270 грамм максимум. Китайская палка. Рыбалка очень понравилась. Трава есть метров, наверное, 4-5 отсюда. Одного хорошего тащил карася, он прям завел туда и завел, и ушел там. Два схода было. Не сказать, что обидных, потому что, ну, как бы это, карася много. Поэтому, ну, ушел. Ну, вот. Напишите в комментариях, как вам в целом рыбалка. Мы решили, что периодически будем ездить ловить рыбу фидером, может быть, маховой удочкой. Ну и, скорее всего, очень много контента, как всегда, будет по ловле спиннингом. Всем пока. Вот такой какой-то улов. Там достать, наверное, надо, да? Мы мелких ребят оставили. Около себя в пруду выпустим, пускай будет. Да, у меня вон синий кан есть. Мы сейчас туда их перегрузим